Я слышал, вам нужен охранник на дневную смену. Я думаю, я подойду на эту должность, как никто другой. Ой, как хорошо. Это позволит мне заманивать детишек в костюме аниматроника. Мне в последнее время стали сниться кошмары. И в них аниматроники нападают. Да ладно, это же так весело. Ну, братец, ты еще не знаешь, какой сюрприз я готовлю на твой день рождения. Ну, это будет интересно. Теперь надо найти себе жертву. Как же тут много посетителей. И это только первый день после открытия. У меня просыпается желание уже убить кого-то. Но здесь слишком людно. Надо придумать, как это сделать незаметно. Костюм на сцене, и мне его сегодня нельзя использовать. Сегодня он должен быть там. Иначе они заподозрят неладное. Так, думай. Думай. Опа! А это еще кто? Так. Это что еще за паренек? Алло? Привет, Майк. Привет, Лиза. Как дела? Да, хорошо, спасибо. Как сам? Как брат? Да нормально. Я как раз поэтому и звоню. У братишки скоро день рождения. А тут как раз открылась пиццерия с аниматрониками. Так вот, я бы хотел устроить ему праздник. Я хочу, чтобы он запомнил свой день рождения. Что ты еще придумал на этот раз? Да ничего особенного. Просто хочу немного подшутить над ним. Я еще пригласил пару своих друзей. Пойдем, будет весело. Ну ты неисправим, Майк. Ладно, хорошо, я приду. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Тогда через неделю в пиццерии Фредберг и друзья. Хорошо, до встречи. Папа, можешь подойти? Да, Лиза. Что такое? Пап, то друзья меня пригласили на день рождения в новую пиццерию через неделю. Можно я пойду? Да, конечно, иди, Лиза. Но будь осторожна. Хорошо, пап, обещаю. Ты лучше всех. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Лиза. Эй, мальчик, ты что тут стоишь? Почему не заходишь внутрь? Да мне не разрешают родители и нет денег на вход. А мне так нравится марионетка, я так хочу ее увидеть, но не могу. Ну тебе повезло, я могу показать тебе ее. Пойдем, я проведу тебя через запасной вход.